тебе нужно? Мне? Ничего. А зачем же ты меня зовешь? А я тебя не зову. Это я просто лаю. Гав. А меня так зовут. Котенок Гав. За котами. Щенки гоняются за котятами. Так всегда было и так всегда будет. Такова жизнь. Понятно тебе, друг мой? Нет, непонятно. Почему я должен все время гоняться за тобой? Так нечестно. Надо по очереди. Сначала я за тобой, ты за мной. Я за тобой, ты за мной. Ты за мной, я за тобой. Ты за мной, я за тобой. А я за тобой, ты за мной. Ты за мной, я за тобой, а я за тобой. Что творится? Что-то... Котенок гонится за щенком. Ну, так не бывает. Если меркнет свет в окошке, на душе скребутся кошки, то сумеет вам помочь, то прогонит кошек прочь. Это знает вся жизнь, это не слова. Кто-нибудь решится на хозяйку покуситься, то сумеет рядом встать и на палок покусать. Это знает вся жизнь, это не слова. Это не собаки, нету существа. Это не собаки, ласковые собаки, веселее собаки, нету существа. То любой приказ толково понимает с полуслова, то не требует наград, рядом быть бывает.